Пожарная машина во дворе школы – знак тревожный, но сегодня, в день гражданской обороны, это скорее исключение из правил. Сотрудники МЧС приехали к ребятам, чтобы рассказать об основах безопасности жизнедеятельности не только в теории, но и на практике. Для детей занятия на свежем воздухе только в радость. Они с большим интересом изучают, как устроена спецтехника. Все можно потрогать и пощупать. Строгих запретов нет. Он тяжелый. Он тяжелый. Это ствол высокого давления. Пожарные используют его в первую очередь, когда прибывают на место происшествия, например, для тушения горящего автомобиля или мусорного бака. Параллельно в кабинете проходят уроки для старшеклассников. Специалисты и ветераны Министерства чрезвычайных ситуаций рассказывают о том, как правильно оказать первую помощь. Рассказывали, где в Самаре убежище и радиоактивные места. Ну, тебе понравилось? Тебе было интересно? Да, мне было интересно. Самый важный урок – это урок ОБЖ, потому что все, чего мы учим в школе, все должно пригодиться для жизни. Подобные уроки в 29-й школе уже стали хорошей традицией. В этом году для ребят организуют еще несколько тематических выставок и экскурсий. Хочется верить, что полученные учениками знания помогут им во взрослой жизни. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.